Здравствуйте, друзья! Мы открываем новую рубрику, а именно полезные подсказки, которые вам помогут при выборе квартиры, если вы вдруг соберетесь в Турцию для длительного отдыха без посторонней помощи. А как добраться в Турцию без посторонней помощи? У нас есть об этом видео на канале. Я оставлю на него ссылку в описании, а также сейчас выйдет об этом подсказка в углу экрана. А сподвигла нас к этому одна история, которую мы прочли в соцсетях. История была о том, что семья из нескольких человек приехала в Турцию, чтобы снять квартиру на время. И все бы ничего, они сняли квартиру в достаточно хорошем районе, сама квартира была хорошая, но так как они были сконцентрированы именно на этом моменте, они упустили один немаловажный момент. И какой это момент они упустили, давайте мы с вами и посмотрим. После того, как они урегулировали все необходимые вопросы, они быстренько собрались и ринулись к морю. И их здесь ожидало вот это. В их понимании расстояние до моря не более 100 метров, это было то, что место для купания находится на расстоянии меньше 100 метров. Но это оказался вот такой обрыв, где находится море. По сути, объявление им не солгало, море и правда находится в 100 метрах. Но до ближайшего пляжа, например, до пляжа Коньялты, расстояние составляет 7 километров. И это очень далеко. Но еще дальше находится пляж Лара, который находится слева. Он находится в 10 километрах от этого места. И как можно понять, до этих двух мест можно добраться либо на машине, либо на автобусе. Вот такая вот грустная история. Вроде бы и район хороший, и сама местность вокруг района хорошая, и квартира. Но есть небольшое разочарование. А сама наша полезная подсказка заключается в том, что если у вас в одном из приоритетов есть походы на пляж с дальнейшим купанием, то желательно смотрите на Google картах расположение того жилья, которое вы предполагаете снять, чтобы оно было близко не к морю, а именно к пляжу или место для купания, которое вам будет удобно в том, чтобы вам до туда добраться. Если вам понравилось это видео и оно для вас оказалось полезным, не забывайте поставить лайк, написать комментарий. Может, у вас есть какая-то своя история. Мы обязательно ее прочтем и ответим вам в комментариях. Также не забывайте подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!